Привет, добро пожаловать на канал компании «Пол вам в дом». В этом видеоролике я расскажу вам об одной из коллекций паркета от российско-финского производителя «Карелия». Но для начала представлю вам сам бренд. «Карелия» давно заняла свое место среди ведущих производителей напольных покрытий из древесины. Компания выпускает полы высочайшего качества. Вся продукция проходит тщательный многоэтапный контроль, и только лучшая по качеству древесина, обладающая при этом уникальным внешним видом, отбирается для производства. Покрытия российско-финской компании известны своей прочностью, долговечностью и презентабельным внешним видом. При этом бренд внимательно относится к окружающей среде, в частности к деревьям. «Карелия» выпускает не только прочный, но и экологически чистый материал. Такой вид пола особенно рекомендован тем семьям, где есть дети или аллергики, так как он улучшает микроклимат помещения. Доски «Карелия» также отличаются тем, что потрясающе сохраняют тепло на долгое время, а приятная на ощупь поверхность обеспечивает комфорт. Основная специализация бренда – это лиственные породы – дуб, бук, вишня, из которых они изготавливают напольные покрытия по финским технологиям. Однако, если дело касается эксклюзивных и индивидуальных заказов, то возможен вариант и других пород деревьев, в том числе экзотических. Сегодня я представлю вам коллекцию, которая носит название Earth Collection. Как раз в нее входят экзотические декоры и рока, мирбау и орех. Эти декоры отличаются изысканными цветами, великолепной текстурой, они наполнят любое помещение красотой экзотических стран. Доски идут в трехслойной конструкции, где два слоя, нижний и средний, это хвойные породы древесины, а верхний слой экзотических пород имеет толщину 4 мм. Общая же толщина паркета 14 мм. Компания выпускает паркетную доску коллекции в сортировках Natur и Select. Разница между ними в наличии сучков, их количестве, диаметре, а также в наличии заболони и тональных перепадах. Также есть смешанный вариант, когда в одной пачке могут находиться плашки разной сортировки. Что касается фаски, то большинство декоров выполнены с фаской по периметру, но есть один, где фаска идет только по длинным сторонам плашек. Ширины плашек у паркетной доски коллекции Earth 2 138 и 188 мм. Типы рисунков 1 и 3 полосные. Цены на паркет коллекции начинаются от 4500 рублей, но точную актуальную цену на понравившийся декор уточняйте на нашем сайте, либо звоните по телефону или посетите наш шоурум. Всеми перечисленными способами вы также можете воспользоваться, если у вас остались какие-либо вопросы. Вы также можете задать их в комментариях под этим видео, мы ответим на все. Благодарю за внимание, пока!